12 ноября 1841 года император Николай I издал указ об учреждении в России сберегательных касс. Этот экскурс в историю был к тому, что через несколько дней Сбербанк отметит 177 лет со дня основания. К празднику банк подготовил масштабную акцию, она называется «Зеленый день». О ней мы будем говорить с управляющим чувашским отделением Сбербанка Юрием Бычковским и руководителями компаний, которые являются партнерами банка в праздничной акции. Давайте тоже познакомимся. Итак, Николай Угаслов, руководитель строительной компании ТУЗ. Алексей Лапшин, группа компаний «Лидер». Это я. И Анатолий Леонтьев, президент промышленно-строительного холдинга «Честер Групп». Первый вопрос, Юрий Борисович, у меня к вам. Вот что вы подготовили к клиентам к празднику? Все-таки что скрывается за акцией «Зеленый день»? 12 ноября – день Сбербанка, день рождения банка. И мы решили в этот день, как обычно, дарить подарки не себе, а нашим клиентам. Мы назвали эту акцию «Green Day» – «Зеленый день». И мы считаем, что этот день будет одним из самых выгодных дней для наших клиентов. Я уточню, это даже не один день, а сразу два, да? Это 11 и 12 ноября. Ну, это зависит. Вообще, для клиентов физических лиц, как правило, это у нас 11 и 12 число. Двое суток, когда действуют скидки, пакетные предложения, наиболее выгодные для наших клиентов. Но есть еще и скидки и пакетные предложения для компаний. Они будут действовать неделю, то есть с 12 по 17 ноября. Если говорить про именно вот эти два дня, два самых выгодных дня, как вы называете это в году, какие конкретно ждут акции, какие скидки ваших клиентов ждут? У нас очень много, там десятки предложений на самом деле, и это надо посмотреть будет на сайте sberbank.ru 11 числа. Там будет актуальная картина по всем предложениям банка для наших клиентов. Заинтригуйте. Но три я, наверное, выделю сейчас прямо здесь, это самые ключевые наших предложения. Первое – это вклад. Вклад под 7,5% годовых на 3 месяца на сумму от 50 тысяч рублей. Это рекордная ставка. На сегодняшний день это, наверное, один из самых-самых выгодных вкладов для наших клиентов. Мне кажется, нужно воспользоваться этим моментом, вот 11 или 12 ноября сделать такой взнос. Я сразу уточню тоже по вкладу. 3 месяца – это минимальный срок, максимальный срок, на который будет действовать вот этот вот процент каков? 3 месяца – это единый срок для этого рода вкладов в зеленый день. И еще тогда вопрос. А вот 11 ноября – это воскресенье получается у нас. А смогут ли люди, не используя какие-то онлайн-сервисы, открыть вклад где-то прямо в отделениях? Предположим, люди старшего возраста. Да, конечно. Обычно у нас в воскресенье работает, ну, допустим, в городе Чебоксары только один филиал. Но у нас будут работать практически все филиалы в это воскресенье, 11 числа. Специально для того, чтобы люди могли прийти и на месте оформить вклад, то есть не только через Сбербанк онлайн, но и в наших филиалах. То есть у вас это будет такой полноценный рабочий день? Совершенно. Вклады, хорошо. Еще что интересного? Еще это предложение по потребительским кредитам. Заявку можно будет подать тоже через Сбербанк онлайн, либо в филиале могут помочь наши сотрудники. Это тоже воскресенье 11 число или 12 число понедельник. Здесь, наоборот, пониженная ставка получается. По здесь будет пониженная ставка, здесь будет единая ставка 11,7% годовых. Всем на весь подавшим срок заявки в этот период. На весь срок кредита. На весь срок кредита. И третий пункт – это ипотечное предложение. Здесь всем клиентам, кто подаст заявку 11 или 12 ноября через платформу DomClick, будет снижение ставки на 0,5 пункта. И каждому 177-му клиенту, каждой 177-й заявке будет возможность еще понизить на 1,77 пункта. То есть ставки будут уже там в районе 7%, и даже для некоторых счастливцев могут быть и ниже 7% ставка по ипотечному кредиту. Ну, получается, да, что если, например, по субсидированной ставке, да, 7,9, если мы вычитаем вот эти вот проценты, получается очень хорошая низкая достаточно ставка. Очень хорошее предложение. А акция продлится вот это вот, да, самые, два самых выгодных дня всего лишь, ну, как я уже сказала, 2 дня. И если я буду пользоваться какими-то онлайн-ресурсами, то есть когда я смогу получать заявку, я права, что это начнется прямо вот 11 числа в 00 часов 00 минут?
Совершенно верно. 11 числа, 00 часов 00 минут. И закончится там без одной минуты полночь 12 числа. Так, ну что ж, получается, что это повышенная ставка по вкладам, пониженная по потребительским кредитам, какие-то интересные предложения по ипотечному кредитованию. Нужно заглянуть уже ночью 11 числа на сайт Сбербанк.ру и посмотреть те скидки, которые будут актуальны. Там будут скидки и от банка, и от федеральных партнеров, и от региональных партнеров. Они будут самые актуальные. Какие-то предложения сейчас пока держатся в сюрпризе, в секрете. Вот, поэтому вот 11 ночи уже можно открывать. Я как раз хотела сказать телезрителям, что да, вся информация на сайте, адрес которого вы сейчас видите на экране. Я знаю, что партнерами акции «Зеленый день» по всей России стали буквально сотни разных интересных компаний. В Чебоксарах, в Чуваше – это основные наши застройщики. Алексей Юрьевич, какие предложения у группы компании «Лидер»? Я тоже напомню, что это основной застройщик микрорайона «Кувшинка». Да, Кувшинка уже виднеется со всех сторон, уже не нужна уже такая большая реклама. Хочется поздравить Сбербанк, праздник 177. Я очень люблю сам еще эти семерки, 77-го года рождения. Поэтому все, что вижу, где я вижу 77, обязательно я должен участвовать. И когда я узнал, что банку 177 лет, и обязательно нужно было придумать что-то такое, чтобы людям понравилось и запомнилось. Тяжело, конечно, делать скидку 177 тысяч на квартиру. Но мы так вот собрались духом и вот решили сделать все-таки скидку на каждую квартиру, которая будет куплена именно вот в эти дни в готовом доме, такую большую скидку. Я права, то есть это и с ипотекой, естественно. Конечно, но не обязательно с ипотекой. Можно и брать ипотеку, можно, у кого есть деньги, могут без ипотеки справиться. Это на однокомнатные, и на двухкомнатные квартиры, и на трешки все распространяются или нет? Распространяется только на большие двухкомнатные квартиры. На большие двухкомнатные квартиры. В готовом доме, да. Угу. Но все равно скидка достаточно существенная. Количество квартир ограничено? Да, вот количество квартир тоже ограничено. Опять-таки, связано с семеркой, мы решили вот на 7 квартир. Семь квартир. А что будете делать, если желающих будет в разы больше? Нам отправят. Да, да, да. Мы найдем для всех выгодные предложения. Николай Федорович, я знаю, что у вас тоже есть похожее предложение. Интересно, расскажите, что ТУЗ предлагает клиентам в честь дня рождения Сбербанка? Вергум Болдархизепля, Телегураганзем. Добрый день, уважаемые телезрители. Это всем приятно, и нам тоже. Мы всегда с Сбербанком рядом. Благодаря Сбербанку очень много полезных, нужных социальных проектов мы проводим. Это не первая акция. Мы уже почти 10 лет, по-моему, проводили и раньше акции. Разыгрывали автомобили, квартиры разыгрывали. И сейчас, вот, в честь дня рождения Сбербанка, тоже мы с удовольствием участвуем. Тоже вот Алексей Юрьевич уже сказал, мы тоже своими квартирами, безусловно, конечно, квартиры, они, скажем, квадратом двух, трехкомнатной квартиры будут. Ну и тоже цена солидная, это снижением цены на 177 тысяч рублей, тоже солидно. Вот. Это даже не крайние этажи, а средние этажи. Конечно, квартиры ограничены, количество квартир, но мы считаем, что это не последняя акция. Еще не исключено, что перед Новым годом хочется же и самим праздник сделать, и людям праздник сделать. Поэтому акции у нас регулярно проводятся, участвуем. Если сказать о микрорайоне «Университет», через 3-4 года это неузнаваемый живописный микрорайон будет, где хочется жить. Это в этом как раз микрорайоне «Университет», да, который вы сказали, да, что буквально который расцветет через несколько лет. Как раз вы сейчас и предлагаете по акции, да? По-моему, да, это 21-я позиция, да, по Хабиба Миначева. Да. Я знаю, там как раз двухкомнатные квартиры. Тоже, если квартир будет хватать не всем, возможно ли уже как-то сейчас у вас подать заявку, связаться с менеджерами, записаться на участие? Конечно. В акции? Мы все мнения людей учитываем и, конечно же, постараемся их не в эту акцию попали. Под Новый год мы еще акцию сделаем. Тогда, значит, вот так это постоянно будет продолжаться. При участии Сбербанка, наверное. При участии, да? Сбербанка, да, мы всегда с Сбербанком работаем. Все мы только вместе, только в паре. Спасибо.
Анатолий Афанасьевич, какое предложение у Честер Группы? Я напомню телезрителям, что Честер Группа – это основной застройщик микрорайона «Новый город». У вас предложение по новому городу? Конечно, или только по новому городу. Какие? Застраиваем там большой район на 50 тысяч населения. Так. Это, в принципе, город микро, то есть мини-город в городе Чебоксары. Вот, но мы не могли не принять участие в этой акции, так как Сбербанк – наш друг и товарищ, и надежный партнер. Потому что мы все программы реализуем и в рамках развития промышленного, промышленно-строительных материалов и в рамках, так сказать, реализации вот, жилищного строительства, в данном случае ипотечного кредитования, вот, и продажи жилья. Поэтому мы выставили на этот день самую большую позицию, которую мы будем вводить в следующем году. Это дом 1.37 или по проспекту Илья Павловича Прокопьева. С шикарными видовыми характеристиками. Это дом как бы крайний. Он сразу смотрит, открывается панорама Волги, панорама ГЭС, Заволжья. В общем, шикарные видовые характеристики. И он дом комфортный. То есть это кирпичный, от 7 до 10 этажей в этом доме. Он формирует центральную площадь этого микрорайона. Не микрорайона, а нового города. Потому что дублер такой дом уже стоит. Это новый. И они формируют шикарно. Там скейт-парк на этой площади находится. Но будет еще море всяких интересных вещей, связанных с досугом, с организацией проведения времени всех категорий. Вот. Делаем мы скидку 1000 рублей на квадратный метр. В отличие от товарищей. Тысячу. Так. В отличие от товарищей у нас не ограничено. Мы только приступили к продажам совсем недавно этой позиции, по ипотечному кредитованию. Ну, получается, что если квартира, например, это на однокомнатный тоже, да, распространяется, я права? Если мы возьмем квартиру... 285 квартир в этом доме. 45 квадратных метров, например, если возьмем одну, то около 50 тысяч получится скидка. Очень неплохая. Можно мебель на эти средства, да, например, мне кажется, новоселом обустроить. Вы все представители строительных компаний. Вот я вас попрошу оценить с точки зрения простого клиента Сбербанка. Вот такие вот скидки, да, как 177 тысяч, например, на квартиру, или скидка 1000 рублей с квадратного метра. Это все-таки, как считаете, существенно для клиентов ваших будет? Я думаю, что да. Вообще скидка – это приятное дело. Конечно, всегда. Тем более, когда это не скидка следует вслед за поднятием цены. Не искусственно, то есть мы видим, да, что цена стабильная на рынке, и сейчас от этой цены наши партнеры дают скидку. Также и мы со своими услугами. То есть у нас честная цена, мы от этой цены даем скидку для наших клиентов. Это будет очень приятно для клиентов. Тем более, когда 12 числа, если в части вот строительных объектов, которые наши партнеры сейчас, о которых говорят, в этот день, подав заявку, человек может получить скидку и на жилье, и на ипотечный кредит на это жилье. Я считаю, что это пересечение очень-очень хорошее. Вот эта акция, она «Зеленый день», она единоразовая, такая разовая, или ее планируется проводить теперь, не знаю, каждый год ко дню рождения Сбербанка? Я могу предположить, что все, что делает, вернее, я уверен, что все, что делает Сбербанк, это системные вещи, то есть не разовые, не нацеленные на получение какой-нибудь сиюминутной выгоды и всплеска. Поэтому я полагаю, что эта акция будет проводиться ежегодно, она будет приурачиваться как раз к дню Сбербанка, к дню рождения Сбербанка, 12 ноября, чтобы в памяти людей это отложилось как один из самых выгодных дней при приобретении чего-либо. Потому что я думаю, что не только банк, но и партнеры банка все-таки почувствуют интерес к этой акции, и количество партнеров будет только расширяться. Ну что ж, уважаемые друзья, много информации. Я думаю, что если вы все не запомнили, вся информация в любом случае есть и на сайте Сбербанка, адрес вы опять же видите на экране, и на сайте всех партнеров акции. До начала акции остается совсем немного, у вас будет всего 2 дня. Не пропустите свой зеленый день. До свидания.